Thanks, sir. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks. Рад вас видеть. I'm very glad to see you here. Hey, I'm pretty glad to be here. It's an honor to be in his presence. Для меня огромная честь здесь. Как вы здесь оказались в Крыму? How did you happen to be here in Crimea? Just come with Vlad all the time. We do a lot of boxing business together. So мы с Владом работаем вместе, поэтому смогли приехать. Понятно. Ну, мне действительно очень приятно с вами познакомиться. Вы знаете, что я тоже люблю очень спорт и единоборство. Бокс мне тоже очень нравится. Oh, it's a great pleasure for me to meet you. You know, I'm a great sports fan, and especially the wrestling and boxing. Thank you. I was going to ask you, what got you into karate? I mean, judo at an early age. Я хотел работать как раз дзюдо, когда был маленьким еще. Ну, у вас в боксе получилось. Well, you did great in boxing. Получилось так, как ни у кого, наверное, не получалось. You pretty much surpassed anybody else. Yeah, да, ну что поделать. Вы чемпионы мира были и в среднем, и во втором среднем весе, и в полутяжелом, и в тяжелом. Наверное, в мире таких атлетов больше нет, во всяком случае, в боксе. You're the champion in four weights, and there's pretty much nobody else in the world has done that. No, not from middleweight to heavyweight. Никто, кто пошел с среднего веса до тяжелого. Да. What age was he when he got into combat sports? А вы когда начали заниматься дзюдо? Мне было 14 лет. I was 14. 14? What got you in? What а got почему? It? Что вас завлекло? Понравилась борьба. Я начал заниматься нашим отечественным видом спорта. Это борьба самбо. Well, I just liked fighting. And I started towards our Russian, let's say, way of fighting, which is samba. Okay. А потом из самбо перешел уже в дзюдо. And then I transferred from samba to judo. Ну, к сожалению, таких успехов у меня спортивных не было. Unfortunately, my achievements are not as great as yours. Well, it's not about the achievements, it's about the personality that you get from it, kind of. Я говорю о том, какой вы личностью становитесь, когда начинаете заниматься таким видом спорта. Это правда. Он помогает действительно. Во всяком случае, помогает вырабатывать характер. That's true. It helps you to develop character. Exactly. И надеюсь, что и у вас, ну, у вас во многих других отраслях неплохо получается. Вы и певец, музыкант, вы и актер. But you're doing pretty well in other spheres as well. You're a musician and actor. Yeah. Well, because when God bless you with a gift, you have to try to use it to the fullest. Да, что если вам Бог дал какой-то дар, пытайтесь использовать его до конца. У вас это получается. Well, you managed to do that pretty well. Надеюсь, что у вас получится и по бизнесу здесь, у нас в России. And I hope you will do business here in Russia as well, very successfully. That's why I want to come here, that's why I'm also here, because I want to ask you about maybe having a passport to go back and forth, so that I can do business here, because all of the people here seem to love Roy Jones Jr. And I love when people love me. Я, собственно, за этим и приехал. Я думаю, что если бы у меня, например, был российский паспорт, мне было гораздо легче ездить туда-обратно, потому что здесь люди любят спорт, и поэтому я люблю это место. Ваше имя очень хорошо известно среди любителей спорта и любителей бокса в России. Your name is very well famous with the lovers of sport and boxing, particularly in Russia. И если вы значительную часть своей жизни связали с деятельностью в России, то, конечно, мы будем рады и с удовольствием выполним вашу просьбу по поводу получения российского паспорта, российского гражданства. So if you're planning to spend a lot of your time here in Russia, we'll happily satisfy your request. Thank you, sir. Думаю, что любители бокса в России будут этому только рады. I believe that the lovers of boxing will be very happy about that. Oh, they will. They will. Конечно. Ну, и пожелаю вам успехов в вашей деятельности в России. I wish you success in all your activities here in Russia. Thank you, sir. And also, I think that sports-wise, it would also help build the bridge between the two countries, which is what I want. Спорт поможет вас настроить нам мост между двумя странами, Россия и США. Ну, у нас всегда были. Ну, во все времена у нас разные, по-разному складывались отношения, но когда того требовали высшие интересы и Америки, и России, мы всегда находили в себе силы и выстраивали отношения самым наилучшим образом. Well, we had different times in our relations with the US, but for the highest, the pure interest, we always managed to set our relations at the best level ever. Если такие люди, как вы, будут создавать дополнительные условия для выстраивания отношений не только на межгосударственном, но и на человеческом уровне, то это будет создавать необходимые условия. And I believe if people like you will
create some conducive conditions for developing the relations, yes. not only on the state level, but on the people-to-people level. Yes. That will be great. Most definitely. That's what I plan to do. И я этим намерен заниматься. Спасибо большое. Thank you so much. Thank you.